5 лет пролетело как, блин, как один день. Большое спасибо вам за то, что вы с нами, за то, что любите, за то, что ходите, за то, что не забываете. Не я делаю заведение, а заведение делает персонал. Поэтому, пожалуйста, можно весь персонал Мошу-бара. Давайте поаплодируем. Давай я тебя поздравлю с пятерочкой. Оп, оп. За пятерочку. 5 лет, камон. Я всегда снизу. Придумай название фильма, чтобы там было слово Моши. Однажды в Моши. Человек Моши, как Человек-паук. Моша и 7 друзей Кононенко. Святослав. Святослав. Святослав третий. Игра в кальмара Моши. Моши, крик 5. Страх и ненависть Моши. Блин, ну подожди, я так не могу быстро придумать. Постарайся. Моши эскорт? Да. А где тут эскортницы? Покажи. Нет, школьницы в Моши. Так сюда не пускают. 10 студентов в Моши. У нас вся жизнь впереди, ой-ой-ой. Моши кальян хороший. Моши кальян хороший. Это рифма. Хуй, да? Рифма это мой козырь, ты сам знаешь. Ёбушки-воробушки. Я даже не могу придумать. Это эротический фильм должен быть? Как хочешь. Я полицейский, о чем ты? Отдых в Моршине. Порно-моши. Изи. Мочи-нра. Моши-шоп. Моши-бар, что вам уже не фильм? Моши-кантоши. Заводной моши-бар. В натуре. Моши-деньги, два ствола. Фильм Моши-гуччи. Моши-джей и молчаливый боб наносят ответный удар. Тик-так, тик-так, тик-так. Моши-спешл. Побег из мош. Я уже все. Моши идет в отрыв. Похмелье в Моши. Дюна Моши. С этими червяками. Мальчишник Моши. Моши и банда. Приключения в Моши. Приключения в туалете Моши. Что сказать? Что-нибудь скажи. Как дела? Очень хорошо. Что, тебя не обижают здесь? Нет. Понимаешь, что хаишниками не рождаются, ими становятся. А, конечно, я всегда за. Когда мы будем нюхать? А мы? Колюсь. Шутка. Да? Да, нюхаю. Друг друга, я надеюсь, под мышками, конечно. Ладно. Этому городу нужен герой. Выросло что-то большое, огромное. Ратуша. Да. И Женя брал 20 гривен за то, что все поднимутся на ратушу. Можно? Я собираю себе красивых девушек у тебя за столом. Я подойду. Что, ты уже поддала? От души. Ну что, как сводится? Интересный вопрос. Давай. Главный бармен здесь. Ты разобрался со станками? Более чем. You never know. Да, валяем, Люха. Подписка, лайк, колокольчик. О, а почему брат Марат? Потому что Марат и как бы для всех брат. Вы со вторым станком разобрались? Да. Но я вообще дома хожу на гишом. Это учитель мой, Бадры. Какой бы ты сверхспособностью хотела обладать? Так, соберись. Не стареть. Не стареть. Быть невидимкой, либо телепортироваться. Ну, я бы полетела в космос. Без скафандра. Со скафандром. В принципе, логично. Не резать пальцы. Да, да. Супервумен. Телепортация. Я бы хотела его сейчас здесь. Через секунду я в Монако, а потом я здесь. Монако. Ой-ой-ой-ой-ой. Мудрость. Честно, иногда, наверное, думать наперед. Курить кальянной форме этого никто не видел. Ты втираешь мне какую-то дичь. Я бы и летал. Во сне уже не летаешь, хочешь наяву, да? Да, 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 да. Рисовать деньги. Два чистых дарксайда одновременно. Хочу перемещаться в прошлое. Исправлять или портачить? Пить и не пенять. Я бы хотел забивать кальяны, чтобы они никогда не горчили. Не спать 24 часа на сутки. Куда не спать? Тебе надо спать и кушать. Я бы Моши! Забивать кальян. Видите, голыми других. Ты космос, детка! Give me your, give me your, give me your. Хорошо. Читать мысли других, а особенно твои, Андрюш. Не сдохнуть на этой смене. Я бы был невидимым. Внушать свое мнение людям, это было бы круто. Читать мысли, конечно. Зачем? Чтобы был коннект. Шаурмист. Много пить и не умирать. Сразу 100 кальянов раскуривать. А видеть, что у тебя под одеждой? Ничего. Забывать дерьмо. Силу огня, давай так. Исцелять.
воскрешат людей. Чтоб бабки не заканчивались, короче, делать хоп, и все, все весь вечер можно гулять. Я бы хотел делать людей счастливыми вокруг. Слушай, неожиданный ответ, сильно, да? Сильно, сильно. Что должен испытать человек хотя бы один раз в жизни? Должен все попробовать. Жареную картошку попробовать. А может быть на фестиваль сала попасть? Или Кононенко на день рождения. Это сложнее, чем попробовать картошку. Удовлетворение. Глубоко копнул. Внутреннее. Можно испытать счастье, быть счастливым. Просто вот ты идешь и ты кайфуешь. Танж на воздушке. Или чистую супернову. Я тебя люблю. Испытать я тебя люблю, да? По-любому, оргазм. ДС от Марата. Двойнуха на перегреве. Просто потому, что ты живешь. Ой, это йога, жить в моменте, да? Нирвана. Путешествие. Куда? На Марс? Можно и на Марс. Рыжок с парашюта, вот обязательно. Конан Шурму. Вот эту атмосферу, хотя бы один раз в жизни. Максимальное удовольствие. Рождение. Любовь и смерть. Счастье огромное. Или большое. Или большое. Групповуху. Побывать в Чернигове и в Моше. Эйфорию. Ой, я знаю таблеточки специальные. Класс. Позвони мне потом. Какое самое сексуальное имя? Конечно же, Вика. А в имя? Обама. Лидия. Женя, конечно. Влад. Потому что это я. Евгений. Ну, пускай будет Таня. Оля. Лера. Лиза. Лиза, да. Под Лиза. Ладно, не вырезать это. Регина. Моши. Кейт Нормал. Женя. Да у вас любовь. С Роской или с Кононенко? Да. Совет да любовь. Да, на этом можно и закончить. Миша. Кальян. Нет. Влад. Камила. Тимур. Владимир. Как скажешь. Валерия. Подойдет? Кто бы сомневался. Настя, конечно. Анастасия. Антон. Антон. Понимаешь, как звучит? Только скрыто в этом слове. О, да. Сильно. Иди ко мне, мармеладка. Буду наказывать. Ксюша. Влад. 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 Алина. Екатерина. Виталина. Лиля, моя девушка. Молодец, прогиб защита. Алина, жена, каблуком быть не стыдно. Он каблук, я каблук. OMW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW, OMW. Если бы ты могла за один час какой-то профессии научиться, какая это была бы профессия? О, я бы хотела быть человеком праздник. Уже у нас два таких есть. Да? Влад. Я буду третий. Сварщик или рихтовщик, бомба. Очень не хватает. Я бы был самым богатым в этом городе после мэра. Хорошая шутка. Авто из Америки, трейд машин. По-любому. Ого. Тревел блогером бы хорошим бы стал бы. На кран, который поднимается, монтажник. Диджей, диджей, диджей. Как это за 10 минут можно, даже за 5? Угледобытчик, буду угли для кальяна добывать. Мой друг доктор Сорока говорит, что я должен стать депутатом. Бля, ну что за х**? На пилоне хочу танцевать. Не работать, не получать бабки. Нихуя заявлять. А что, так можно было, что ли? Я бы хотела быть айтишником. Программист. Программист, вот ровно час, идеально было бы, тупо классно. Айтишник. Айтист. Наверное, программистом хотел бы быть, потому что слишком много ничего зарабатывает. В общем, программы пишут другие программы, Skynet уже скоро. К 2024 году 80% всех IT-продуктов будут создаваться с помощью технологий low-code и no-code. Освоить искусственный интеллект и продвигать наше человечество к светлому будущему. Ты умный, нет. Свадебный диджей. Да. Танцор, я понял. Да. Танцы на каблуках, вот это хиллс. С шанглером, наверное. Актерским мастерством. Амбассадор кальянного табака. Я бы хотела стать Женей Кононенко на час, быть директором. И управлять всеми. Хочешь доминировать, да? Петинг. Мне не хватает реально утреннего. Вот этого у меня реально не хватает. Печальная история. Стоматология. Спикер. Да-да, стал бы манипулятором великим. Опа, так посмотрел, гипноз, и все. Ну давай что-нибудь другое. Повеселее что-нибудь. Переворачиватель коров. Я ничего не услышал, но у тебя получилось. Хорошо.
желаю Моше процветания и самое главное, чтобы Женя помнил о том, что он создает не просто проекты, он создает комьюнити. Ну, 5 лет держать его в топе, вот это вот кропотливая ежедневная работа, все, что попадает к нему в руки, становится золотом. Нормальная сверхспособность. Да. Желаю только расцветать и быть всегда самыми лучшими. Кальянов покрепче, легкие поздоровее. Много лет процветания. Чаюха рекой, чтобы лилась. Понимаешь? Кстати, вот. На чаюху ты никак не можешь это отпустить. Я понял. Да, никак. Много денюшек. Прибыли. Пусть оно будет всегда, правда. Всегда и везде. Пускай все будет круто. Моши стала легендой. И пусть так будет всегда. Аминь. Процветание. Есть? Все. Желаю Моши побольше грошей. Все, конечно. Пятерочка, ну уже взрослый ребенок, самостоятельный. Пять лет он сам подтирается. Отметили также юбилей, 10 лет. Да, много клиентов. Только процветание. Успехов в семейной жизни. Позитивных эмоций. Я желаю такого же лайва, которое они делают, такого же настроения. Частичка Моши была в каждом сердечке. Я посыпался. Моши топ! Какое заведение следующее будем открывать? Китайскую еду. Ждем с нетерпением твоих проектов. Я всегда снизу. Класс. Пишу. Как твоя изменилась жизнь, когда ты начал работать в Моши? Максимально в лучшую сторону. Я хотел движение в Чернигове развивать кальянное. Это стало отправной точкой. То есть максимально прям пушечка. А парень есть? Есть. Здесь завела или раньше? Здесь. Он, кстати, пришел ко мне на бар. Моши объединяет сердца. Да. Телефон подарил? Еще нет. Парня завести в Моши можно или нет? Наверное, можно. Я не знаю, как это. У тебя не получилось? Ну вот у твоих младшеньких получается. Я обрел единомышленников. То, что Моши, это то место, где не только персонал создает атмосферу, но и гости. Да. Очень много друзей, знакомых, и вся движуха. Как твоя жизнь изменится после Моши? Ну, наверное, к лучшему. Никогда не забудется Моши. Если бы не Моши, не было бы меня. Да. Все любят Моши, потому что посмотрите просто на количество людей. До жизни подольше, лет процветания. Вообще, я, ну типа, камон. Я тут работаю, это мой дом. Что я могу еще пожелать? Почему ты без халата? Ну я же типа не в душ ходил. Я же на работе. А ты приходил хоть раз сюда в халате? Ну типа, Моши дом. Да я тут мылся. Процветание! Да, частенько здоровья, процветание это было. Давай еще что-нибудь генерируй. Дальнейшего процветания, развития и быть дальше топом в городе. Это моя первая днюха, когда я работаю здесь. Так что... Твоя днюха, да? Ну, да. Ладно, с днем рождения! Спасибо! Хочу, чтобы это мероприятие никогда не заканчивалось. Добавьте немножко позитива. Привет! Привет! А ты знаешь, что твои соски старше, чем твои зубы? Живи с этой информацией. Я ушел. Это ж как диагноз. Это не лечится. А ну покажи пресс. Честно говоря, не знаю. Привет! Как дела? Не, бесполезно. Не. Знаешь, сколько на мне тонал? Сука, ты потом это вставишь, понял? Выдави что-нибудь еще. Я постоянно пьяная на этих видео, я не хочу. Я, сука, вставлю все. Сколько раз на день? Это очень секретная информация. Я всегда снизу. Потому что я всегда в Моше. Я всегда снизу. Хороший сон равно хороший секс. Не хочу. Мне нравится так. Принесите кальян человеку. Я знаю, все получится. Ого. Класс. Я всегда снизу. Класс. Главное, чтобы с этим проблем не было. Пускай, ладно. Добрый вечер, здравствуйте. Что должен испытать человек хотя бы один раз в жизни? Давай стой. Постой. И шо? А, ты монтируешь? А, я монтирую. А можно мы обнимемся? Можно.